Новый год – это елка, мишура, разноцветные шары, Дед Мороз со Снегурочкой, традиционный вальс цветов Чайковского и бассейн. Правда, вместо карнавальных костюмов – нарядные купальники и шапочки. Новогодние соревнования в ДЮСШ «Виктория» похожи на праздник. У нас есть уже несколько мероприятий, которые мы проводим ежегодно. Это вечер выпускников, это посвящение в юные спортсмены. И вот зимний спортивный праздник на воде, он тоже у нас уже проводится третий год. Более 300 школьников решили отдохнуть от суеты и расслабиться в привычной водной стихии. Хочется разрядить немножечко вот то напряжение соревновательное, которое наверняка возникает всегда во время любых соревнований. И хочется, чтобы в конце года дети почувствовали вот это новогоднее настроение. На каждой дорожке по 8 девочек и 8 мальчиков. В каждом заплыве по 50 участников. Нужно максимально быстро передать эстафету и при этом соблюсти технику. Сюрприз – участие в заплыве преподавателей. Тренеры ДЮСШ «Виктория», в том числе мастера спорта России и международники, плыли по третьей дорожке. Как и полагается, на таких соревнованиях победила дружба. Каждый участник получил подарок от Деда Мороза – фирменную купальную шапочку.